возможность попеть октету Кирилла Бубякина Сергея Богданова. Мне кажется, я узнаю почерк. Не уверен на второй, второй теме, но первая точно, по-моему, была написана Геннадием Львовичем Гольштейном. Да, это правда. Да, и причем первая тема звучала впервые, когда я с ним играл в оркестре. Он выходил с Костей Носовым в перерыве. И играли эту тему квинтетом с Додиком Голощекиным, Стрельцовым и Витей Смирновым на басу. Так что я узнаю, так сказать, почерк. А Геннадий Львович Гольштейн для меня, Гена, был и моим наставником. Я пришел в оркестр сырым, так сказать, саксофонным мясом, и он из меня там лепил, что мог. Но, в принципе, я до сих пор его почитаю как своего учителя, и мы с ним много переговаривались. К сожалению, он уехал в Испанию по договоренности, которая была до этого сделана, и не мог прийти сюда. Но он косвенно присутствует в своей музыке и в музыке вот октета. Геннадий Львович Гольштейн. Октет Кирилла Бубякина и Сергея Богданова. А сейчас давайте посмотрим, что происходит в Лондоне. В Пушкинском доме работает коллега Сева Новгородцева, Марк Григориан. Мы снова в Лондоне. И рядом со мной Владимир Буковский, писатель, общественный и политический деятель, нейрофизиолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, Владимир Константинович, вы и Сева Новгородцев, вы приехали в Лондон в 1977 году, и вы, и он. Вы известны как человек больше политический, Сева больше как человек музыкальный. Неужели, когда вы встречаетесь, вы говорите о политике? Говорим мы с Севой о чем угодно.
Обо всем на свете. Обо всем на свете, даже о музыке, хотя я в современной музыке ничего не понимаю. Владимир Константинович, он попросил меня спросить, он у вас деньги не одалживал? Нет, я у него тоже. То есть ваши отношения были полностью дружескими? И не финансовыми. И не финансовыми. И у меня еще один гость. Это Александр Титов. Поклонники рока моего поколения помнят его еще как басиста группы «Август», игравший в стиле «Hard and Heavy». Потом было долгое сотрудничество с Виктором Цоем в группе «Кино». Но больше всего он известен в составе группы «Аквариум». Вот скажите, пожалуйста, Александр, есть ли такой вариант, чтобы музыкант приехал в Лондон и не встретился с Севой Новгородцевым? Да, конечно, это всем известно. Я могу говорить от лица питерских музыкантов первой волны Ленинградского рок-клуба. Кто-либо, уезжающий в Англию, знал, что ему обязательно нужно будет увидеться с Севой. И он охотно со всеми встречался. Я с ним виделся неоднократно. Слушал его все детство свое. И он сформировал меня таким, как я есть сегодня. Огромное, конечно, уважение ему за то, что он сделал для всех нас. И дай бог ему еще долго и плодотворно трудиться. И всем музыкантам приезжать в Лондон и встречаться с Севой Новгородцевым. Конечно. Конечно. Спасибо большое. Один из известных русских журналистов в Лондоне – Зураб Налбандян. Хотя фамилия у него совсем не русская. Он много лет возглавлял газету «Лондон Инфо» на русском языке и сейчас представляет русский пресс-клуб в Лондоне. Зураб, я знаю, что вы еще и являетесь представителем газеты «Московский комсомолец», корреспондентом. Да. У нас однажды в газете был смешной случай. Нам в «Лондон Инфо» позвонил один из наших читателей и попросил, значит, тогда, в те времена, это было в начале 2000-х годов, здесь выходило в свет русское радио на русском языке. И Сева там работала, и, в общем, на нем это все держалось. И, к сожалению, выходило оно в эфир в очень неудобное время и на неправильной волне. Поэтому очень многие не могли его слушать. И вот позвонил читатель и говорит: «Вы не можете напечатать все то, что Сева говорит в эфире?» Ну, мы сильно засмеялись, но по сути дела это было правда, потому что для него это была необходимость. Вы приехали в Петербург несколько дней назад, уже успели посетить свои любимые места. Я предлагаю гостям сегодняшнего вечера сделать это вновь. Улица Итальянская, бывшая Ракова. Здесь, в доме 33, я после войны жил с мамой и папой. Папа мой до войны был заместителем начальника Балтийского пароходства, большая организация, более 200 судов. Во время войны, во время блокады, он занимался транспортировкой грузов в осажденный Ленинград через Ладогу. В 44-м его вернули в пароходство, и он был большим начальником. Помню, что в обед он приезжал домой на машине с личным шофером, брился, чтобы выглядеть свежим, и менял воротничок и манжеты. И вот здесь мы жили до 49-го года, когда переехали в Эстонию. Там была, в общем, драматическая такая штука. Судно одно село на мель, отец руководил спасательными работами. Потом был суд. Значит, второго помощника дали 4 года, отца оправдали, капитана приговорили к расстрелу. И отец обнялся с ним на суде и, в общем, за это поплатился довольно жестоко. Его и выгнали из партии, с работы, и мы переехали в Эстонию, где он начинал карьеру с самого начала. Еще одна история, связанная с отцом, которую надо бы рассказать. Во время войны он заболел букетом из 8 болезней, был признан мертвым и положили его в гроб. В морг, вернее. Приехал с фронта его друг Юра, узнал, что Боря якобы умер, потребовал встречи с трупом, с телом, растормошил его, выяснил, что есть признаки жизни, настоял на том, чтобы его снова положили в больницу, и таким образом спас Борю, своего друга, и отец прожил еще потом очень много лет. Так что с этим местом связано очень много воспоминаний. На углу улицы
улице Итальянской и Малой Садовой, или в мое время улице Ракова и улице Пролеткульта, стоит Ленинградский дом радио. И туда меня мама послала на детские курсы. Ставилась какая-то постановка для детей, и надо было принимать в ней участие. И помню, нас несколько месяцев тренировали, мы разучивали что-то. Как сейчас помню, мне досталась роль дерева. Но дерево не было не простое, а качающееся. И я должен был в эфире, видимо, стоять и качаться. Но постановка до выхода в эфир так и не дошла. Я не знал тогда еще, в 47-м году, что это было началом моей радиокарьеры. В этот жаркий день вспоминаю бессмертные слова командира роты, капитана второго ранга Суханова. Он построил нас 120 курсантских рыл и произнес незабываемую речь. «Товарищи курсанты, — сказал он, — природа повернула на юг, и прямые солнечные лучи ударяют прямо по процессу загорания, буквально как сегодня. 17-летним юношей я приехал сюда, поступив в любимую имя адмирала Макарова, тогда это называлось Ленинградское высшее инженерное морское училище, и здесь прошли 5 лет моей жизни по 62-й год, когда я выпустился и стал молодым штурманом. Здесь я начал заниматься музыкой в духовом, в эстрадном джазовом оркестре, и это стало моей последующей профессией. Моста Александра Невского тогда не было. Это была тихая площадь, непроезжая часть города, где мы по пятницам занимались строевой подготовкой. То, что сзади нас, это был плац, на котором мы отрабатывали повороты налево, направо и круг! Хоп! Здание позади меня – это курсантское общежитие. Представьте, февраль, минус 22, пронизывающий ветер. Я выхожу, зябко кутаясь в курсантскую шинель, и встречаю молодого Артура Челенгарова, с которым мы учились на одном курсе. Он идет с огромным портфелем, размер почти как у циркового клоуна. Я говорю: «Артур, что ты в этом портфеле несешь?» Он говорит: «А!» Остановился, и, несмотря на мороз и пронизывающий ветер, нырнул в его глубь и достал с самого дна вот такую чекушечку водки, грамм 15. И я понял, что Артур не только понимал красоту жизни, но писал к этой красоте жизни свой сценарий, готовый поделиться им с другом даже в пронизывающий мороз. 48 лет не ходил я по этим лестницам. Выпуск конца 62-го года. Портрет Макарова остался с тех пор, но очень много нового. Как обычно, человек, возвращающийся в прошлое, видит его, на самом деле, гораздо меньшего размера. Мне казалось, что здание более грандиозное. Здесь очень много связано у меня с памятью. За мной две двери в актовый зал, где я выступал в самодеятельности училищной, сначала в духовом, в эстрадном оркестре. И на последнем курсе мы играли на танцы уже с полупрофессиональным студенческим оркестром, и я переодевался из морской формы в гражданскую и шел на сцену играть уже с джазменами. Здесь передо мной паркет. По-моему, тот же самый, который мы по наряду натирали каждую неделю. Раньше это был водный раствор. Сейчас, видимо, тут поулучшили. Нам давали на ногу щетку. И техника была такая. Нужно было натирать одной ногой, а другой перемещать тело с тем, чтобы не тереть по одному месту. Что-то вроде этого. И вот так вот 50 метров коридора до третьего порта. Такое не забывается, господа, даже 50 лет спустя. Душа моя, господа, в смятении. Разные вихри вьются в душе. 35 лет не был я у этого дома. С 11 этажа, из квартиры, которая за мной наверху, я отъехал навсегда из Отечества, не знаю, когда сюда вернусь и вернусь ли. Дом 8 по проспекту Славы, кооператив проектного института «Гипробум», куда меня устроила двоюродная сестра. С 70 по 75 год я здесь жил, с отъездом на гастроли.
В 1974-м на гастролях, заголодав по системе йогов, переосмыслил жизнь, бросил эстраду и вернулся сюда размышлять о будущем. И тут меня начали все уговаривать, что пора уезжать из Отечества. Я сопротивлялся. Полгода меня тут на кухне точили по-разному, пока я, наконец, не дал согласия, и мы отъехали с семьей. Два последних этажа все смывались за границу. Они ходили друг к другу в гости часа в 3 ночи, закуривали сигаретки и говорили о том, что ждет их в сладкой жизни. Я им говорил: дуры вы, бабы, вы за границей не были, не знаете, что вас ждет. Но поехали все равно все, и потом я с соседями своими встречался в Нью-Йорке. Они говорят: а ты чего уехал? Я говорю: да от вас же и уехал. Потому что жить было невозможно, все ходили друг к другу в гости без приглашения. Итак, господа, 35 лет прошло, могу сказать вам, что двор за эти годы сильно зарос. Поэтому озеленение планеты, я уже вижу на конкретном примере, происходит само собой. Пять лет Сева не был в Доме 8 на проспекте Славы, а 40 лет назад он играл в вокально-инструментальном ансамбле «Добрые молодцы», когда ему было 30. И я хотел бы пригласить на эту сцену Владимира Антипина, основателя коллектива, человека, которому тоже есть что вспомнить. Мы с Севой знакомы так давно, что судить об этом можно хотя бы потому, что мы 35 лет просто не виделись. Познакомились мы, когда ты еще учился в Макарово. Училище, да. Когда Вольф там на басу был. Да, да, в общем, да, в ту пору масса народу пыталась играть джаз, и мы не были исключением. Вот. После этого Сева сыграл, конечно, замечательную роль при общении нас к работе в знаменитом оркестре Иосифа Владимировича Ванштейна. То есть вот тогда состоялся первый такой опыт работы поп-группы с биг-бендом, во всяком случае у нас в стране. И когда встретились с Севой, он говорит: что вы делаете, мы давно не виделись, там года два. Мы говорим: вот играем там попсу всевозможную, английскую, американскую. Он говорит: давайте к нам. И мы сделали несколько песен. Да. Оркестр Ванштейна собирался на сцену. Я понимал, что надо чем-то это дело как осовременить. Как раз приходил оркестр Ванштейна с танцевальной работы на танцах в Горького, да? В Горького, да, работы. Да. Но потом было судьбоносное решение, ребят. Они попросили своего администратора пригласить меня туда, ну, номинальным руководителем. Потом так получилось, что мы в 1969 году сделали уже программу, новую программу с русскими песнями, и назвались, в общем, собственно говоря, родился ансамбль «Добрые молодцы». Ты помнишь эту историю со стрижкой волос? Это не стрижка волос была, это было лучше. Значит, руководство Росконцерта решило, что поскольку «Добрые молодцы», ну, значит, там у нас было 9 человек, 8-9 человек, должно быть 8-9 Иванов-Царевичей каких-то, такого типа. Ну вот. И отбояриться от этого было довольно сложно, потому что народ, чиновники уперты, и переубедить сложно словами. Сева придумал замечательную вещь. Там сделали экспериментальный первый парик. Стричься и краситься, как в мюзик-холле, не надо. Но сделал парики соломенного цвета и такого же примерно качества, как солома. И сделали экспериментальный один парик. Севу надо представить 35 годами раньше, моложе. Он немножко выглядел примерно так же. Не в том смысле, что это так же плохо, а так же хорошо. А волосы были чернущие, невероятно. Были черные усы вот такие, как у Ворошилова. Такие. Бакенбарды черные и сине-черные выбритые щеки с подбородком. И вот к этому лицу, которое на Ивана Царевича никак не тянет, во всяком случае, в таком виде. По всем этническим показателям. Да. Он одел этот парик желтый, ярко-желтого цвета, такой соломенный. И в французском пиджаке, приталенном, темно-зеленого цвета, и с большой папкой с документами, продефилировал по коридорам Росконцерта. И эффект был потрясающий. Половина людей попадали просто от смеха. Но сыграло совершенно моментально. Все это отменили, слава богу. Но «Добрые молодцы» являются соавторами моей второй фамилии, под которой я хожу 40 лет. Я приехал к ним в Астрахань на первый концерт руководителем. Еще с саксофонистом Всеволодом Левенштейном.
И когда концерт подходил к концу, то я объявлял всех, а Володя взял микрофон и говорит: руководитель ансамбля Всеволод Левенштейн. И по залу как шелест прошел. Потому что добрые молодцы, эти все наши эти дела. И я понял, что если я хочу в этой должности работать, то мне надо срочно переназываться. И так на завтра я стал Новгородцевым. Там история длинная, у меня был Помполит с такой фамилией, очень хороший человек. Ну вот, короче говоря, с их легкой руки я так вот и 40 лет уже хожу. И в Англии у меня двойная фамилия. И орден давали на двойную фамилию. Сева Новгородцев Левенштейн. Вот это вот голодание, но среди музыкантов всегда какие-то такие феньки. Да. Немножко Сева захватил этот момент, ага. Что его и вынудило потом уехать отсюда. Потому что, значит, заголодал он круто и пришел к такому состоянию, что когда, это было зимой, раздевался, то была картина такая вот, Бухенвальд, знаете, когда показывают, такая идет ступня здоровенная такая. Потом тоненькая-тоненькая нога, потом большое колено. Потом опять тоненькая-тоненькая, в маленькое тельце переходит это все. И, значит, на саксофоне, естественно, он играть уже не мог. На сцене стоять тоже не мог. Он лежал за кулисами, на столе обычно находился, стол какой-то. У него было на меху кожаное такое пальто зимнее. Он лежал на столе, закрытый кожаным пальто, и ждал момента, когда начнется песня «Что ты жадно глядишь на дорогу». Там надо было сыграть вступление на флейте. Вот с этими могучими маслами он выходил к микрофону, шатающейся походкой такой, играл вступление, уходил и накрывался пальто. В конце концов, мы поняли, что дело кончится, может, совсем уже не веселым каким-то событием. И отправили его в Ленинград домой. Приехали, он был уже в порядке. Эти рассказы можно продолжать бесконечно, потому что, господа, все, кто ездил на гастроли, знают, что твой товарищ по номеру, по вагону, по автобусу становится твоим членом семьи, братом, и эта связь не разрывается никогда. Сегодня я с вами хотел быть, но не смог. Еще один известный человек, кинорежиссер Алексей Герман. Но он не мог не поздравить юбиляра с днем рождения и послал ему видеообращение. Был приемник. Спидола он назывался, или Спидола, никто не знает. Он отличался тем, что там просто в этом окошечке длинном была натянута, по-моему, резинка от трусов. Фабричная. И по этой резинке от трусов можно было выставить станцию. У нас на спидере стояла BBC, и я помню, как лежа на тахте, поставив на грудь это странное сооружение с резинкой от трусов фабричной, я услышал первый раз голос, который сказал: «Сева, Сева Новгородцев выступает, город Лондон, BBC». И дальше пошла музыка. Я не то, что такой уж музыкальный человек, и мне так интересно слушать музыку и комментарии. Но это было что-то небесное, потому что это был какой-то прорыв. На всю жизнь я сохраню ему благодарность за этот прорыв откуда-то голосом свободной птицы. Дорогой Чева. Может быть, вас зовут Вася, может быть, Рувим, я не знаю. В любом случае, примите от меня, от моей жены, от моего совсем такого ребенка, который этого не слышал, но который мог воспитываться чуть-чуть в другой обстановке, чем мы воспитывались. Нашу даже не благодарность, а наше братство, вот какое-то такое братство интеллигенции нормальной, всей земли. Нас очень немного на самом деле. Ничтожное количество. Ибсен считал, что в принципе дремучих и глупых людей на планете
во много сотен раз больше, чем нормальных, умных, которые могут так тебе сказать. Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, BBC. Большое спасибо. А сейчас давайте посмотрим, что происходит в Лондоне. В Пушкинском доме работает коллега Сева Новгородцева Марк Григориан. Добрый вечер, Санкт-Петербург. Лондон снова на связи. Лондон и Пушкинхаус с удовольствием продолжают поздравлять Севу Новгородцева с днем рождения. И рядом со мной сейчас мой коллега по русской службе BBC Александр Кан. Добрый вечер, Марк. Добрый вечер, Сева. Добрый вечер, Петербург. Вам приходилось с ним работать в эфире? Да, неоднократно. Я бывал, даже до того, как я начал работать на BBC, несколько раз мне приходилось быть гостем программы «Сева Оборота», а потом еще раза два или три, наверное, был гостем «Сева Оборота». Ну, а последние годы, когда появилась программа BBC, нередко меня приглашали какие-то давать музыкальные комментарии по тем или иным вопросам или по тем или иным музыкальным темам, в которых Сева при всей его музыкальной эрудиции чувствовал, что ему нужна какая-то, наверное, помощь. Вот меня звали иногда. Сева потрясающий профессионал, очень легко и приятно с ним вести разговоры. У нас продолжаются гости из русской службы BBC. Леонид Владимирович Финкельштейн работал с Севой в эфире целых 19 лет. Мне известно, что в эфире он вас всегда называл по имени-отчеству. А вы его? А я его называл Сева, как все. Понимаете, в эфир сказать «Всеволод Борисович» это было очень как-то не в жилу. Он был Сева, он был для всех Сева. Передача называлась «Сева Оборот», а не «Всеволод Борисович Оборот». Оборот. Вот. Поэтому я его называл Сева. А почему он меня называл Леонид Владимирович, мне сказать трудно. Отношения были самые хорошие, но возражать я не стал. На Севообороте часто бывало, что мы работали без гостей, читали письма. Он читал, во-первых, смешные, во-вторых, критические, в-третьих, ругательные. Дело объяснялось его профессионализмом. Потому что если вот вы прочитали такое письмо, ах, какое его хорошее, то ни о чем уже больше говорить. Наташа Рубинштейн, много лет проработавшая на BBC и много лет проработавшая вместе с Севой. Сева, тут говорили, что ты вечно молод и необычайно время тебя не коснулось, но это все неправда. Знаешь, у Ильфа и Петрова есть такой персонаж в фельетонах. Он приходит и говорит, позвольте омрачить праздник. Вот я думаю, я тут специально за этим. Я хочу тебе сказать, что определенно тебе 70 лет. И с этим я тебя поздравляю. Сева. В передаче BBC есть у вас такая рубрика, где вы поздравляете с днем рождения разных известных людей. И при этом вы поете некую песню, и петь вам помогает Мерилин Монро. На этот раз я собираюсь спеть эту песню в сопровождении всех ваших друзей, которые собрались здесь. И сам директор Пушкинского дома, то есть Пушкинхаус в Лондоне, Джулиан Галланд, будет сопровождать нас на фортепиано. Джулиан, прошу. Хотел пригласить на сцену еще одного большого Севиного друга, человека, с которым, как говорит Сева, у него параллельная жизнь с 1982 года, известного музыкального критика Артемия Троицкого. Привет, Сева, с днем рождения. Спасибо. Спасибо, что приехал из Москвы. Со славным 70-летием. И я вообще не очень понимаю, какой тут, как называется, жанр или формат. То есть я думал, что мне нужно просто тост произнести. Жанр я мог такой, бы сказать когда у тебя очень будет 70, быстро. Я к тебе тоже приеду. Мы встретились в Лондоне, я думаю, что я там оказался впервые в конце 87-го года, когда у меня там вышла книжка «Back in the USSR». Да-да-да. Вот, и естественно, я пошел по святым местам, то есть началось у меня такое, то, что называется по-английски «pilgrimage»,
паломничество, и оказался я вот в районе Кэмпден, где вы проживали. Так что вот так мы познакомились, это было в 87-м году. Потом, я помню, у нас был один такой славный эпизод, это когда я в Лондоне какое-то время жил, в доме бывшей жены Ринго Стара, в Мейфере. Вот, мы с тобой записали там интервью телевизионное для программы «А». И в новогоднюю ночь с 89 на 90 год это интервью вышло. А ты тогда еще был абсолютно вне закона, вообще ничего не было. Сева Новогородцев тогда еще был в 89 году врагом народа. И на историческую родину СССР ты еще тогда, по-моему, возвращаться не собирался. И вот дали вот мы это интервью, и после этого вроде бы как все прорвало. Да, Артемий, автор моего самого первого появления на отечественном телевидении. И, в общем, я не знаю, как тебе удалось это пробить, и что, какая там была степень риска, но, во всяком случае, для меня это был поворотный момент. Но я так думаю, что самое интересное, что практически тогда наше с тобой профессиональное общение закончилось. Ага. И началось общение чисто человеческое. На самом деле, ребят, довольно интересная история, что хотя мы с Севой, в общем-то, такие прямые коллеги, то есть тут выступали мореходы, музыканты, музейные работники, и рассказывали о Севе, а мы с ним вроде бы как... Параллельным курсом. Вспахиваем одну и ту же полянку, но очень редко, когда занимались этим... Совместно. Я, в общем-то, себе примерно представляю, почему. Наверное, потому что у нас с тобой очень разные музыкальные вкусы. Значит, Сева традиционалист, любит музыку старую, добрую. Я наоборот, то есть я даже не знаю, кто я такой, но я люблю музыку новую и сердитую. Поэтому, по-моему, мы с тобой музыку вообще никогда не обсуждали. Никогда. А почему мы дружим? Я не знаю. Я ощущаю вот это чувство... Теплоты и нежности. Абсолютно. Нет, дружба понятия в отношении тебя, Сева. Да. И я знаю почему. Я вам точно могу сказать, потому что Сева очень хороший, он обалденно хороший человек, он потрясающий человек. Я считаю, что это лучшая профессия, которая вообще может быть у человека и у профессионала. Вот хороший человек, точка. Все остальное вообще не имеет значения. Какой там у него нежный голос, какая у него популярность, рейтинги там и прочее, прочее. Сева, я хочу сказать, что вот я бы очень хотел, чтобы мы все в день своего 70-летия так же шикарно выглядели, так же нарядно одевались, как Севолод. Поскольку в отличной этой форме, и еще, естественно, долгие и долгие лета. Спасибо. Молодец. Спасибо. Вот умеет подытожить, а? Спасибо. Сейчас заговорили о работе, о профессии. Я не хотел раскрывать тайн, но все-таки позволю себе вспомнить одну историю. Она про меня. Я собирался быть фотокорреспондентом, думаю, буду делать фотографии, писать ничего не буду, но некоторые легенькие комментарии. Вот, с первого раза мне не получилось поступить в университет, и я попал в армию. И в армии, для того, чтобы знать правду о ленинградской музыке, о советской музыке в тот период, потому как передовые журналы, естественно, туда не приходили. А в середине 80-х годов я втихаря, служа радистом, слушал рок-пассивы Севы Новгородцева. И вот в моей памяти сохранилось до сих пор это маленькое письмо. Ну, и мне, конечно, трудно повторить слово Севы, но смысл был таков. Мы получили письмо. Я позволю его себе зачитать. «Здравствуйте, уважаемые Всеволод Борисович, потому что Севой у меня не поворачивается язык вас назвать. Вы годитесь мне в отцы. Пишет вам Славик из шахтерского городка близ Донецка, где в Центральном парке культуры и отдыха стоит памятник вождю мирового пролетариата. Уважаемый Всеволод Борисович, прошу вас передать для моего друга Андрея, который сейчас находится в армии, композиции группы Deep Purple, Soldier of Fortune, заранее благодарен. Мы с удовольствием выполняем просьбу Славика из шахтерского городка близ Донецка, где в Центральном парке культуры и отдыха стоит памятник вождю мирового пролетариата. И передаем композицию группы Deep Purple Soldier of Fortune для его друга Андрея, который сейчас находится на самом острие железного занавеса. Я настолько был потрясен вот этим вот слогом, вот этим вот стилем,
что, вернувшись из армии, я решил не быть фотокорреспондентом, а податься в другую журналистскую профессию. И поэтому я считаю, что отчасти вот этот вот спокойный, правдивый, оригинальный, ни с чем не сравнимый слог и стиль помог мне выбрать какое-то определенное направление в моей жизни. Спасибо вам огромное. Долгих лет вашей жизни. Спасибо. Я хотел бы попросить присутствующих здесь передать свои поздравления. Я вижу Олега Гаркушу. Олег, вам слово. Ну, здесь все очень хорошо и красиво говорили, но я красиво говорить не умею, хотя на сцене я не говорю, а немножко пою и танцую уже четверть века, извиняюсь, тут недавно посчитал. Первое мое знакомство, если ты себя помнишь, по-моему, состоял в 90-м году во Франции. Как ни странно, не в Лондоне, а во Франции, потому что, как я понимаю, тебя прислали в некую командировку для того, чтобы встретиться с группой «Аукцион», где мы были на гастролях, как раз... Перестройка вроде началась, да, или шла. Вот, и мы выступали. И каково было мое удивление, когда мне наши друзья-продюсеры, Наталья и Джоэль, говорят: Олег, сейчас будет интервью. Я говорю: ну, интервью, это, да. Сейчас человек придет. Зовут его Сева Новгородцев. И он со стула просто соскользнул. Потому что, слушая, естественно, свое время в молодости твои передачи, и в том числе слушая еще пластинки «Добрых молодцев», которые у меня есть предостаточное количество, гибкие. Вот. И тут, я не знаю, как это сказать, кумир, не кумир, человек, которого я слушал из ящичка, да, и тут он воочию приходит. И вот ты пришел, и ну, простота такая. Вторая встреча была на 50-летие, когда ты приехал в Питер, в Ленинград, и был некий концерт, в коем должны были участвовать масса известных коллективов, в том числе и мы. Вот. Ну а третья встреча, соответственно, это была тогда, когда мы приехали уже на гастроли в Англию, в Лондон, и там прямо в вертепе, извиняюсь, буржуазной всей вот этой фигни, вот, там, где ты вещаешь, да, там уже было отдельное сольное образное интервью со мной, и ты, соответственно, мы хорошо тоже посидели. Но ты всегда как-то фигурировал на моем горизонте как крупная фигура. И когда мы с тобой говорили, я каждый раз вспоминал, потому что ты так впечатываешься в память. Да? Да. Ну, это хорошо. А как ты стихи читал? Ну, стихи я читал. Я в данный момент тоже могу тебе прочитать стихотворение, да, соответственно. Да. Я стоял на углу двух главных улиц практически в полночь. И мысли за мной тянулись, как старая сволочь. Преследуя тень мою, дыша спину, нелепо подошли ко мне мужчины. И с дрожью в голосе и в руках я в их глазах увидел страх. Каково же было мое удивление, что это всего лишь злое похмелье. Я дал им денег, чтобы не испытывали муки. А один из несчастных поцеловал мне руки. Счастья, здоровья тебе и долгих лет всего самого. Спасибо. Гаркуша. Спасибо. Олег Гаркуша. Спасибо. Ну а в финале нашего вечера еще одно видеообращение человека, который, к сожалению, не смог быть сегодня на нашем вечере. Этого человека зовут Борис Гребенщиков. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Сева, Сева, новгородцы. Happy birthday to you. Добавить к этому нечего. Наш вечер подошел к концу. Это был совместный проект русской службы BBC и телеканала 100 ТВ Санкт-Петербург. Вечер с Севой Новгородцевым в Санкт-Петербурге. С днем рождения! Спасибо.